Сегодня около 11 часов на строительном объекте в деревне Сапроново вспыхнул пожар. На последнем этаже возводимого многоквартирного дома во время гидроизоляционных работ загорелся утеплитель. Огонь охватил 50 квадратных метров. Пожар разгорелся на 20 этаже строящегося здания. Все произошло из-за возгорания утеплителя, после чего последовало три хлопка. Очевидцы сообщают, что оперативно-спасательные подразделения приехали в течение нескольких минут, а пожар был локализован в течение часа. В 11 утра произошло возгорание при проведении кровельных работ. Загорелся пеноплекс-утеплитель, вследствие чего произошел пожар. Собственно говоря, сейчас пожар потушен. Не сильно пострадал один человек, обгорели там руки. Скорая приехала, увезли его в Подольск. Мы с папой были дома, услышали взрывы, пошли смотреть на пожар. Были три машины пожарные, приехали. После восстановления бетонных конструкций строительные работы будут продолжены в штатном режиме. Видновская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.